20.00 на канале Фейгин Лайф. Я приветствую всех зрителей, собравшихся сегодня на эфир с, наверное, самым замечательным гостем, который посещал наш канал. Это писатель, историк Виктор Суворов. Приветствуем, Виктор. Добрый день, приветствую всех своих слушателей, почитателей, доброжелателей и недоброжелателей. У нас и такие есть тут. Я знаю. Смотрите, значит, у нас сейчас в эфире больше 1000 человек, больше 500 лайков. Пожалуйста, те, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. Обязательно ставьте лайки. И ссылки на этот эфир сейчас в прямом эфире, пожалуйста, раскидайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, чтобы нам увеличить аудиторию зрителей, которые будут смотреть нашу программу. Но мы назвали эфир «Вирусная идеология». Совершенно понятно, что речь пойдет о кануне, собственно говоря, событий 9 мая, 75-летия Победы, и ни о чем другом, наверное, было бы логично говорить, кроме как об этом, потому что, ну, сейчас в России, наряду со всеми теми проблемами, которые есть, сейчас идет дискуссия внутри власти относительно Парада Победы, вообще празднований в связи с карантином и коронавирусом. Но это не отменяет сути обсуждения вопросов, самых главных вопросов, которые вот уже там какое-то время в связи с так называемым празднованием, собственно говоря, обсуждаются. Но вот для того, чтобы перейти непосредственно к обсуждению с Виктором Суворовым, я хочу сказать, что, ну, действительно, для нас эфир это судьбоносный, потому что, ну, я думаю, что Виктор Суворов почти впервые, наверное, в прямом эфире уже там, за последний какой-то большой промежуток времени дает это интервью, вот беседует с нами в эфире. Ну и, собственно говоря, рассказывать ничего не надо, все и так известно, книги и концепция Виктора Суворова, которую, ну, я разделяю, как и многие здесь, например, зрители в нашем эфире. И все упирается, вот, собственно говоря, начнем с этого, в празднование Победы. Потому что особенно остро реагирует власть в лице Путина, который вот тут затеял несколько дискуссий международного характера. А после Липском, значит, польском после в Берлине в период войны. Потом была дискуссия относительно ответственности, много чем еще. А вообще говоря, вот речь... Заводя о победе, что вообще значит победа и что это такое победа спустя 75 лет для России, вообще для нынешнего поколения, ну и в некоторой такой исторической ретроспективе? Вот, Виктор, я об этом хотел спросить. Ну, начнем с того, что Вторая мировая война – это, конечно, центральное событие 20 века. В эту войну были вовлечены гигантские людские массы и громадные материальные ресурсы. Жертвы неисчислимые, разрушения чудовищные. По существу все страны мира – Польша, Румыния, Венгрия, Австралия, Китай, Эстония, Литва, Латвия, Канада, Новая Зеландия, Соединенные Штаты – Италия – все были вовлечены. Это массовое истребление людей и материальных ценностей. Война охватила весь мир и по праву называется мировой. Потому весь мир помнит эту войну и будет помнить всегда. А у народов России отношение к той войне совершенно особое, ни с кем не сравнимое. Ни у кого в мире такого отношения к войне нет. Народам России на ту войну плевать. Народ России ту войну не помнит и помнить не желает. А вот тут мне скажут, да разуй же глаза, да ты на детей трехлетних посмотри, вот они в пилоточках, вот в формочке в зеленой ходят, посмотри на молодых мам, на колясочках пишут Т-34. Своих машин у нас нет, Мерсы покупаем и пишем на Берлин. Ленточки полосатые раздаем, да что там ленточки, вот парад будет, сдохнем все, ну в противогазах, пойдем. Каждый день 15 тысяч мужиков тренируются на аэродроме 15 плотными рядами, а потом разъезжаются по всей Москве. А у них же, а командиры вообще там по всему городу,
Но ничего, сдохнем, но вот будем праздновать. Так вот, я считаю, что праздник этот, это праздник дураков и преступников. Вы меня простите. Ну вот давайте вот с чего начнем. Вот смотрите. Был Советский Союз, чью победу мы будем праздновать. Победа Советского Союза. Правильно, да? Так вот. Маршал Советского Союза Язов. Защищать в 91-м году Советский Союз не пошел. Вот припыхнулся там что-то. Советский Союз рушится. Никто, понимаете, вот все мужики, давайте я вам зачитаю. Мужики принимали присягу, все принимали присягу, все, ну почти все, ну и многие женщины. Так вот, я до последнего дыхания обязую быть преданным своему народу, своей советской родине и советскому правительству. Так вот, весь советский народ предал советский народ, понимаете? Вот нет больше такого советского народа. Все принимали присягу вот, до последнего дыхания. И никто не пошел защищать Советский Союз. Я думаю, что это аморально сейчас праздновать победу Советского Союза, который мы не пошли защищать. Вот лично я изменил Советскому Союзу, да, я понимаю. Но ведь все мужики Советского Союза последовали моему примеру. Вот я вышел из состава Советского Союза, и все вышли из состава Советского Союза, никто, вопреки присяге, защищать не стал. Так что же мы, ребят, праздновали? Вот маршал Советского Союза Язов так и ходил в маршальских погонах. Я маршал Советского Союза, который я не стал защищать. Генерал армии Вареников, вот, допустим, герой Советского Союза. И так и ходил вот до самой смерти. Герой Советского Союза, который не пошел защищать. Валентина Терешкова. Герой Советского Союза. На момент распада она была полковником Советской Армии. Защищать не стала. Ребята, ну вам не стыдно ли вам праздновать победу Советского Союза, которому вы все изменили? Я вот тут реплику добавлю, но ведь это была идеология, и сейчас предпринимается попытка через победу создать новую вот эту идеологию. Ее не было все 20 лет. Путин вообще славится внеидеологическим, вообще говоря, созданием внеидеологической модели управления, потому что ему... собственно говоря, претит вообще любая идеология, поскольку она к чему-то обязывает. И вот сейчас из прошлого вырвана вот эта победа, мы это называем здесь победобесие, в попытке связать нынешнюю систему власти, личную авторитарную диктатуру Путина, именно с прошлым. Ничего хорошего взять невозможно, вот берут как бы победу для того, чтобы обосновать ей все на свете. Любые захваты по отношению к соседям. Я думаю, что здесь смысл в этом. Ну хорошо, а вот понятие Великой Отечественной войны. Вот это же центральная тема, собственно, вашего такого творчества, исторического творчества, ну и литературного отчасти. Как быть с этим? Потому что Великая Отечественная, как дефиниция, как термин, он же сейчас действительно вызывает массу дискуссий и критики. А что вернее, говорить о Второй мировой войне, как вы говорили, о силу вовлеченности, в силу, там, большая война еще ведь называют, да, на Западе, даже более точный термин, разделяя ее периодизацию на Первую мировую и Вторую мировую. Или же вот как нынешнему поколению относиться к ней, как к Великой Отечественной или Второй мировой? Вот относительно этого. Давайте зададим простой вопрос. Кто придумал этот термин «Великая Отечественная война»? Термин придумал товарищ Сталин. Сначала он называл «Отечественная война», а потом еще добавил «Великая Отечественная война». Однако запретил писать историю Великой Отечественной войны. Вот пока Сталин жил, истории Великой Отечественной войны просто не было. Вот давайте праздновать вот это вот Великая Отечественная война, но только вот не надо
в историю эту дату. А почему нет? А потому что... Давайте вот с какой стороны посмотрим. С чего начиналось? Вот Кремль. Приезжает в Кремль господин Риббентроп, министр иностранных дел гитлеровской Германии. Гитлера там нет. Там присутствует товарищ Молотов, Риббентроп. И позади стоит товарищ Сталин. И они подписывают пакт Риббентропа-Молотова. По существу это пакт о ненападении. На самом деле это пакт о начале Второй мировой войны. Подписали этот пакт, и через неделю Вторая мировая война началась. Так вот, разразилась эта Вторая мировая война. Три участника. Гитлеровская Германия нападает на Польшу, потом Советский Союз нападает на Польшу, Польшу делим и устраиваем парад победы. Вот когда говорят парад победы, я говорю, давайте самый первый вспомним. 22 сентября 1939 года в Бресте. Гудериан и Кривошеев приветствуют победоносные войска, разгромившие Польшу. Так вот, три государства вовлечены. Германия, Советский Союз и Польша. Давайте вот посмотрим, где Германия сейчас. Это самое мощное государство Европы. Посмотрим на Польшу. Это самая динамично развивающаяся страна Европы. Темпы развития просто невероятные. Я часто бываю в Польше, и я вижу каждый раз вот эти рывки. Каждый вот приехал, посмотрел, а там все краше и краше уже становится. Такая мощная европейская страна. А где Советский Союз? А Советского Союза нет. Понимаете, Советский Союз развалился. И вот я возвращаюсь к проблеме, давайте праздновать победу того Советского Союза, который сгнил и развалился. Это, ребята, это аморально вообще-то. Вот. Так вот, началась Вторая мировая война. Советский Союз и гитлеровская Германия договорились в Кремле, не в имперской канцелярии. И вот Советский Союз воюет в Финляндии, неудачно. Германия в Норвегии. Гитлер идет, захватывает Бельгию, Голландию, Люксембург. А мы захватываем Эстонию, Литву, Латвию. То есть это идет Вторая мировая война. И вот нам, нашим идеологам, как-то хочется это забыть. С чего же это все началось? И вот давайте вычленим. Вот на нас напали 22 июня 41 года. Вот давайте это помнить. А вот то, что мы там всех атаковали, всех наших западных союзников, с кем имели границу, напали на всех. В ходе Второй мировой войны. Мы это забудем. Давайте вот Вторую мировую войну. Вот на нас напали. Вот это нехорошо. Это очень нехорошо. Поэтому я считаю, что использование термина «Великая Отечественная война» аморально. Это придумано для дураков. Придумано для того, чтобы скрыть наши преступления. До тех пор, пока мы не признаем своих преступлений, ничего хорошего в нашей стране не будет. Угу. Так, а в продолжение этого вопроса. Вообще, канун войны это самая такая табуированная тема, я бы сказал, потому что действительно приходится сразу придумывать какие-то отговорки относительно инициативы этого развязывания войны, собственно говоря, формально с 39-го года, сентября, но в принципе говоря, вообще все, что этому предшествовало, мягко говоря, выглядит как фактическое разделение вот этой ответственности СССР и Германии.
Сейчас это несколько раз уже обсуждалось, вот, но все это называется сторевизионизм там, со стороны советской историографии, там, теперь уже российской историографии отечественной, относительно того, кто вообще несет ответственность за развязывание. Как сейчас в Европе, с одной стороны, и как справедливым бы было эту историю с разделением ответственности по-новому рассмотреть, для того, чтобы хотя бы понять, как эту ответственность определить СССР. Вроде как СССР больше нет, СССР как субъект исчез, и как исторический субъект, ну, он был, но он нашел в лице России преемника, каким себя считает нынешняя Россия, юридически, формально. Но исторически-то, в общем, СССР нет. А как быть с этой исторической ответственностью, значит, СССР и Германии за развязывание войны? Вот, вот об этом давайте поговорим. Если мы признаем, если Россия признает себя правопреемником Советского Союза, то, конечно, должна нести ответственность за развязывание Второй мировой войны. И давайте копнем немного глубже. Немного-немного глубже. Посмотрим на герб Советского Союза. Земной шар, и на него наложены символы коммунизма. То есть весь мир будет наш. И посмотрите на карту, вот этот глобус. И там Советского Союза нет вообще-то, понимаете? Вот все, Африка, там Европа, вот вся Азия, оно все красным. То есть Советский Союз, это будет весь мир, это будет. Берем плакат того времени, сидит мальчик, колотит там, молотком колотит глобус, написано, весь мир будет наш. Так вот, тогда мы говорим об ответственности, сейчас стало модно говорить, что вот мы, Советский Союз, вместе с Гитлером развязали Вторую мировую войну. Вот, мол, равная ответственность. Я категорически против вот этой равной ответственности. Никакой равной ответственности. Граждане, никакой равной ответственности. Дело в том, что сразу же после захвата власти было два вождя коммунизма. Товарищ Троцкий, товарищ Ленин. И Троцкий в захвате власти имел гораздо больше, его вклад в захват власти коммунистами гораздо больше, чем вклад Ленина. И в момент захвата власти товарищ Троцкий на весь мир объявил, вот или же весь капитализм, то есть весь остальной мир погибнет, мы сделаем коммунизм везде. Либо погибнет Советский Союз. Он прав в том отношении, что Советский Союз погиб именно потому, что не сумел Советский Союз распространить вот эту раковую опухоль на весь остальной мир. Ведь мы же с самого первого момента сразу же ринулись и Польшу освобождать, Эстонию, Литву, Латвию, куда только, и Китай, и во время войны в Иран сунулись. Хотя в августе 41 года нужно было спасать киевскую группировку. Там 4 армии гибли в котле. В это время товарищ Сталин вводит 4 армии вводит в Иран. Вот. У нас такая вот освободительная война была. Поэтому я считаю, что само вот это понятие «Великая Отечественная война» придумано за тем, чтобы вычленить действия Советского Союза из Второй мировой войны, пока мы на всех нападали. Вот это мы забудем. После так называемой «Великой Отечественной войны» мы захватили Туву. Мы сделали Китай коммунистическим. Мы сделали половину Кореи коммунистической. И это все в этой самой Второй мировой войны. Мы это все забываем. Давайте помнить только, когда вот на нас напали. Это так нехорошо.
Интересно. Ну, в общем, еще раз тогда вернемся к предвоенному периоду для вот большего понимания. Значит, повторяю, что он очень табуирован в силу вот этих причин, потому что если исследовать советскую историю, ну, так сказать, характер деятельности, прежде всего, Кремля, там, Сталина и так далее, становится понятно, что, собственно говоря, все, что делалось в канун этой войны, в начало ее в 1939 году, в общем, скорее характеризует попытку действительно нападения, а не, как это принято сейчас в историографии, говорить об упреждающем ударе. Причем об упреждающем ударе говорят как, ну, вынуждены, что ли, ну, вроде как под действием критики, что да, конечно, Советский Союз готовил этот упреждающий удар, чтобы отвести от своих границ угрозу, для того, чтобы каким-то образом отсрочить начало столкновения с гитлеровской Германией. А вот на самом деле ведь известно, что вот концепция ваших книг, ну и «Ледокол», и все последующие, говорит о действительно подготовке нападения, захвата, то, о чем вы сейчас сказали, начиная от концепции, так сказать, перманентной революции и заканчивая Троцкого, которая, собственно говоря, перетурбирована была, собственно, Сталином, и мало чем отличалось действие советского руководства в 30-х годах, во второй половине особенно, да и в предыдущий период, отличались тем, что, в общем, планом было почти штабным именно нападение. Вот, вот по этому поводу более детально, что бы вот можно было сказать, Виктор? Давайте я даже чуть-чуть двину туда, вглубь истории. Начнем с того, что сразу же после, как только гражданская война завершается у нас, сразу же Красная Армия идет в Польшу, и песня над нами гремит, над Красной Армией: «Даешь Варшаву, дай Берлин, уж врезались мы в Крым». Ну, Крым тут как-то уже странно вспоминать. Так вот, Германия, вот что нужно вспомнить, Германия была разоружена полностью, запрещено иметь постоянную, иметь армию, мобилизационную армию. То есть Германия не могла готовить резервы. Есть маленькая 100 тысяч армия, и это все. Вот 100 тысяч, нельзя иметь генеральный штаб, нельзя иметь тяжелую артиллерию, нельзя иметь танки, воздушно-десантные войска, нельзя иметь авиацию, ничего нельзя иметь. И в это время товарищ Сталин тайно приглашает немцев, говорят: ребята, вот у меня в Казани есть танковое училище, а давайте, вот кто у вас тут танкист такой вот немножечко понимает, Гудериан, да? Гудериан, иди сюда, вот давай, вот учись, вот смотри, вот тут. Никто не увидит. Вот я задаю вопрос: ребята, а вот товарищ Сталин, этого самого Гудериана, гений танковой войны, гений блицкрига, вот это страшный удар, рассекающий, когда все рушится и валится. Послушайте, он против кого готовил этого Гудериана? Там все этих танковых генералов, много-много их. В Липецке готовят авиационных генералов. Это вот самое главное, вот, вот верхушку самую, вот профессионалов высшего класса подготовить. А вот против кого? Ну, не против же себя самого. Не против, да? А против кого? Против всей остальной Европы. Уже тогда это не мной же выдуман ледокол. В то время в кругах партийной элиты вот эта идея ходила. И высшим партийным товарищам объясняли: Гитлер, Германия, это ледокол революции. Не мы будем крушить Европу. Нам дядя, вот мерзавец, убийца, он сокрушит Европу, уйдет в Британию, а мы нанесем удар сзади. То есть это настолько логично, это настолько просто. Так вот, гитлеровскую, еще не гитлеровскую, германскую армию возродили у нас. Подводные лодки запрещено конструировать, так их конструировали в Ленинграде. В Москве работал доктор Гротте, который делал немецкие танки. Запрещено делать танки. Ну,
Вот они конструируют танки. В Филях работал немецкий авиационный завод, там готовили кадры. То есть не просто товарищ Сталин поддерживал Германию, но поддерживал вопреки международным соглашениям, вопреки Версальскому договору. Далее. Гитлер был выращен товарищем Сталиным, и я приводил в своих книгах документы, где Гитлер, отправляя полковника Ашенбреннера, военный атташе едет в Советский Союз, и Гитлер ему говорит: не будь жлобом, товарищ Сталин, это великий человек, вот не мелочись, ты скажи ему спасибо за то, что он сделал для нас. Так вот, Сталин, первое, возродил германскую военную мощь. Второе, Сталин привел Гитлера к власти. И я в своих книгах доказываю и показываю это. Это и без меня известно. То есть, есть социал-демократы и есть коммунисты. И у них больше голосов, чем у Гитлера. И Геббельс пишет в своем дневнике: конец, все, деньги кончились, нас никто не поддерживает, сейчас будут выборы, мы провалимся, и все, и партия развалится. И вот товарищ Сталин, социал-демократы и коммунисты, Сталин приказывает им расколоться. То есть вместе они победят Гитлера, и не будет войны. Какая, к чертям, извините меня, какая равная ответственность, если Гитлера сделал товарищ Сталин? И еще, какая равная ответственность? С одной стороны, я повторяю, возродили германскую армию. Второе, привели Гитлера к власти. Какая равная ответственность? Третье, вызывает Сталин Риббентропа в Кремль и говорит: слушай, вот половину больше тебе, Германии, а половину мы себе возьмем. Ага, давай. Все, 23 августа подписывают договор. Вот половина тебе, половина мне. Через неделю начинаем. Через неделю Гитлер начинает, нападает на Польшу. А дальше Сталин говорит: ой, а я не готов. Понимаете, это высшая степень, не знаю, какой-то азиатской хитрости. Это невероятно. Договорились, вот допустим, вы и я договорились кого-то убить. Вот, Ваня, давай вот убьем вот этого мужика. А, давай. Раз, два, три. Бам! Вы вот стреляете, а я говорю: а у меня патронов нет. Ага. Вот. Потом я уже дострелю. Потом, через 17 дней, Красная Армия вошла в Польшу. Захватила. Причем красный террор Польши был гораздо сильнее, чем в западной части, захваченной Германии. Польские офицеры, захваченные немцами, в основном выжили в немецких концлагерях. У нас же всех же перестреляли. Так вот, смотрите, первое, я повторяю, возродили германскую военную мощь, привели Гитлера к власти, затем руками Гитлера, он виноват, он главный виновник, подписали в Москве, но он развязал войну. И на него все свалили. Так вот, о какой же равной ответственности мы говорим? Ну где она, равная ответственность? Если мы писали на стенах, что вот весь мир будет наш. Если это было отображено на всех наших программах коммунистической партии, весь мир будет наш. Правная ответственность. Так, ну а примыкает к этому долгие годы, это был предмет споров, миф о неготовности к войне, о том, что Советский Союз был, так сказать, в момент начала 22 июня 41 года, значит, событий известных, не готов к войне, отсюда объясняются огромные потери, плюс пленные, плюс потери территорий. Вот что по поводу вопроса неготовности к войне? Как здесь быть? Давайте вот как посмотрим. Готовность к войне
определяется не первым днем, а определяется последним днем. Вот давайте на последний день мы посмотрим и скажем, вот кто готов, кто нет. Вот Гитлер, вот готов Гитлер к войне. Вот лежит обгорелый труп, вот он готов к войне. И вот товарищ Сталин проводит парад победы. И товарищ Сталин захватил кусок Финляндии, Эстония, Литва, Латвия, Польша к нам отошла, половина Германии, не половина, кусок солидной Германии, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария. Были так надежда на Югославию и Албанию, кусок Ирана. Товарищ Сталин требовал колонии в Ливии. Товарищ Сталин требовал военные базы в Босфоре, в Дарданеллах и так далее, и так далее. Вот неготовность к войне. Ну как это так можно? Так вот, была неготовность к обороне. И некоторые мне говорят, так, обождите, обороняться-то легче, чем наступать. Я согласен. Но если мы вывезли сотни тысяч тонн снарядов к самой границе, если мы вывели аэродромы, вот я показываю аэродром Высокое в Брестской области, 8 километров от границы. То есть вот немецкая пехота без велосипедов даже вот перейдет границу, и она уже на аэродроме, а самолеты не могут взлететь. Это готовность к нападению, потому что Красная Армия пойдет вперед, а аэродромы остаются где-то сзади. Вот мы их выдвинули. Но чем выше наша готовность к нанесению внезапного удара, тем ниже наша готовность к обороне. Ну, я прошу прощения за такое сравнение. Вот, допустим, пришел какой-то мужчина к чужой жене, вот, допустим, вот, и спустил уже он штаны свои. Вот, это готовность или это не готовность? Ну, это смотря к чему готовность. Вот, к половому акту это полная готовность. А вот если муж идет, вот нужно убегать, вот это как раз полная неготовность, понимаете? Вот именно это было с Советским Союзом. Вот. Готовность к нанесению внезапного удара – это полная, совершенная готовность. А вот оборона – никакой обороны. Вот смотрите, была Днепровская военная флотилия. Днепровская военная флотилия. Днепр перекрывает большую часть театра военных действий. Это непреодолимая водная преграда. Мосты по пальцам пересчитать. Вот в Киеве, 4 моста в Киеве. Но Киев прикрыт укрепленным районом, который подковой охватывает Киевский Ур. Это совершенно сверхмощный район. Если враги подойдут к Киеву, сначала мы будем защищать наши мосты, а отходя их взорвем. А потом вниз, вот в Каневе мосты, в Черкасах мосты, в Кременчуге. И дальше Днепровец, и все, взорви мосты, и все. А на Днепре Днепровская военная флотилия. Не позволит она наводить мосты. Так вот, Днепровскую военную флотилию по инициативе Жукова ее расформировали. Ее разделили на две флотилии. Одну двинули в Припять, чтобы вот сейчас... Зачем, понимаете, там в этих лесах, в болотах, так нет, Днепровско-Бугский канал прорыли, чтобы эти корабли вышли в реки Польши, а затем перешли бы в реки Германии. А вторую часть двинули в Дунай. Там. То есть с точки зрения наступления Дунайская флотилия пошла бы вперед и перекрыла нефтепроводы через Дунай. Так это был бы конец Гитлеру, понимаете? А с точки зрения обороны, там где-то в лесах, в болотах Белоруссии огромные речные корабли, и в дельте Дуная никому не нужны. То есть, я повторяю, подготовка к наступлению и подготовка к обороне – это разные
типы подготовки. Ну, понятно. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили, но на ваш взгляд вообще, насколько критичной уже для осмысления вообще и собственной истории войны являются закрытые архивы в России, потому что, ну вот не так давно, в общем-то говоря, несмотря на все ведущиеся дискуссии, значит, продлен срок закрытого архива войны, ну, значительного их массива. Путин принял об этом решение, это было объявлено походя до 40-го года. Архивы открываться не будут. Вот, собственно говоря, как можно спустя 75 лет победы, празднование которому придается такое значение, идеологическое значение на высшем уровне, и вот, пожалуй, что Россия — это единственная страна, где доступ к архивам войны 75 лет назад выигранный, как бы считается, закрыт. Как вообще можно изучать историю в условиях отсутствия доступа к архивам-то? Я тут наготовил всяких, вот, допустим, повторяю, истории войны нет вообще. Сейчас ведется борьба за правду истории. Вот говорят, вот защитим правду истории. Я говорю, ребята, товарищи, доценты с кандидатами, какую правду вы собираетесь защищать? И вообще, кто вот писал, кто эти люди с точки зрения морали, человеческой морали, кто эти люди, которые писали вот эти толстые тома? Вот смотрите, это история Великой Отечественной войны, то есть при Сталине не было истории, вообще не было. А при Хрущеве сочинили вот эту историю, 6 томов, вот они сзади меня тут стоят. Вот я цитирую отсюда. Так. Значит, авиация флота увеличилась на 39%. Слушайте, это шарады, это примерно вот из какой оперы. В 1944 году вице-президент Уоллес прибыл на Колыму, потому что товарищ Сталин обещал расплатиться, что-то он получал бесплатно, а за что-то он обещал заплатить золотом. Приезжает Уоллес на Колыму, и ему показывают такие откормленные зэки, там ходят жизнерадостные, хорошо одетые, в дубленочках все. Вот. Ну, там вышки спилили, вертухаев нарядили в зэков. И он спрашивает у начальника Дальстроя, сколько вообще-то золота вы добыли, если не секрет, конечно, вот в прошлом 43-м году. Никишев, генерал-лейтенант впоследствии, а в то время комиссар государственной безопасности 3-го ранга, Никишев, Ваня. Он говорит, никакого секрета нет. Вот в прошлом 1943 году мы добыли золото на 7,5% больше, чем в предыдущем 1942 году. Вот именно так написана наша история. Вот тут танков было 15%, тяжелых, вот, а 40% вот было средних танков. Обратите, а сколько всего? То есть это шулеры какие-то. И история войны вообще не написана. Когда эти люди писали, вот эти люди пишут историю при Хрущеве, потом пишут при Брежневе. То же самое. Потом при Горбачеве пытались написать. Переругались все, ничего не написали. И вот теперь уже при новом тысячелетии, я не помню, кто у нас там начальник, вот вышла эта, наконец, восьмитомная история. Вот она, эта история. Вот, вот даже называется «Президентская комиссия». Президентская комиссия. Вот. Что здесь? Вот я цитирую. Окей. Объем эндаумента в миллиардах долларов. Принстонский университет в 2010 году 16 миллиардов. Вот. А Гарвардский университет 34 миллиарда. Обождите, стойте, обождите.
я вот это читаю, это что-то чудовищное. То есть сидят ребята, получают некто Нарышкин, трудно сказать, кто такой. Возможно, мы знаем этого Нарышкина. Давайте, да, вот я не знаю. Вот, Нарочницкая тут. Тоже тут знаем такую, тоже знаем. Чубарьян. Тоже знаем. Вот эти ребята, пишут, вот эта книга, вот, «За честную историю», пишут о том, что вообще никакого отношения к войне не имеет. Это вообще вот про 2010 год, эндаутмент. Угу. Такие красивые слова, такие умные люди. Вот, мне так... Я не понимаю. Все трое, кстати, из органов. Все трое из органов. Я понимаю. Да. Так вот, вот они пишут, зачем это? Зачем это нужно? А просто им нечего. Вот мы теперь историю написали. Вот «За честную историю» называется. Но тут такие вещи. Вот я тут открываю страницы. Это халтура полнейшая. Вот, допустим, картинка, немецкие войска идут по наплавному мосту через Днепр. Подпись: беженцы из Сталинграда во время привала. То есть халтура, настолько картинки дикие, совершенно никакой связи, никакой логики, а местами идет просто преступление. Вот тут это том 6, страница 256. Тут гитлеровские идут какие-то воззвания гитлеровские. Я цитировать это просто не могу. Я не берусь это цитировать. Это антирусская, это антиславянская, антисемитская пропаганда. И это без всяких объяснений, почему это здесь. И «За честную историю». То, что здесь написано в гитлеровских этих листовках, я повторяю, я просто не могу прочитать своему читателю, своему слушателю. Ребята, вот найдите сами и вот это прочитайте. Это тихий ужас. За это нужно сажать, за это нужно давать пожизненное заключение. И вот это называется у нас «Честная история». Закрыты 413 тысяч единиц хранения, закрыты в архивах навсегда, навечно, на 100 лет. При Сталине на 25 лет, прошли эти 25 лет, давай еще на 20. Вот сейчас еще до 2040 года. Придет 2040 год, ну еще там на 100 лет протянем. То есть, если есть прекрасная женщина, которую живут, там, родина, мать зовет и так далее, но у нее грязная история, которую нужно прятать, то значит, что-то с нашей историей тут, что-то у нас грязное, что-то черное, что-то такое, чего нельзя показывать ни тому поколению, которое воевало, ни тому, которое родилось после. Уже вымирает то поколение, которое родилось после войны. Я уж старый пень, мне скоро 73 года будет, а я через 2 года после войны родился. Так вот, мне нельзя знать, за что воевал мой отец. Ну да. Мне не положено этого знать. Так вот, я считаю, что до тех пор, пока архивы не будут открыты, так ведь там же и уничтожается еще, черт знает сколько. Нечего нам праздновать, граждане, не надо это. То есть, повторяю, это праздник дураков и преступников. Преступники те, кто прячут от нас нашу собственную историю, и дураки те, кто верит преступникам и будет маршировать, и будет с колясочками вывозить эти колясочки на улицы, писать на них Т-34 и вешать эти ленточки там, куда только возможно.
Да, значит, я просто сейчас напомню нашим зрителям, у нас 6850 человек сейчас в прямом эфире смотрит нас одновременно, 2100 лайков, пожалуйста, те, кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте колокольчик с уведомлением о новых эфирах, обязательно ставьте лайки, я прошу всех, кто сейчас смотрит, вот уже под 7000 человек, поставьте лайки для того, чтобы продвинуть этот эфир, и ссылки на этот эфир, пожалуйста, разместите в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, в Фейсбуке, ВКонтакте, там, где вы состоите, тоже, пожалуйста, разместите, чтобы нам помочь, если уж не в прямом эфире, то запись этого эфира, чтобы посмотрело максимально большое число людей. Ну, мы сейчас уже 45 минут в эфире, буквально пару вопросов, да, значит, имеем такую возможность, Виктор, поговорить? Потому что люди, так сказать, конечно, просят. Конечно. Да, вот возвращаясь к тому, о чем мы говорим, ведь есть и та совсем уже закрытая, самая жуткая сторона войны, о которой не принято говорить. Я сам в свое время состоял в Народно-трудовом союзе, да, в конце 80-х годов, НТС, организация, которая, ну, кстати, значит, по-моему, репринтировала, делала, издавала какие-то из ваших книг. Во всяком случае, я, да, и «Ледокол»-то я прочитал еще, значит, «Оверсис», по-моему, вот это, в британском издательстве, но потом, по-моему, и «Грани», по-моему, издавали какие-то из книг, они у меня вот на полке здесь стоят. Я вот о чем хотел еще спросить. Ведь есть и совсем закрытая сторона. Это, знаете, как Солженицын в свое время говорил, что как так? Вот были войны, была там 12-го года война, была Первая мировая, то, что называется, в 14-м году, уже в 20 веке. Но не было такого количества пленных, как он это описывает, и в «Архипелаг ГУЛАГ», в других работах. Значит, как случилось так, что русский крестьянин, который, собственно говоря, из него состоял РККА, ну, потом, так сказать, Красная Армия, потом, значит, Армия СССР. Значит, в начале войны такое количество пленных. Собственно, самый острый вопрос, это вопрос сейчас остро обсуждаемый, власовского движения, того, что произошло в Праге в 45-м году, того, почему в первые месяцы войны было такое количество людей, оказавшихся в плену. Это тоже все предельно закрытый вопрос, поскольку, ну, во-первых, есть архивы, чтобы понять, например, что произошло в 42-м году в известном котле, почему целая армия оказалась в этом котле. Вот наступательные операции эти 42-го года, остающиеся загадкой, роль заградотрядов, да много чего. Возвращаясь к этому, как вообще к вопросу о переосмыслении, ведь так и не подступили. Потому что вот эти самые страшные темы, касающиеся власовского движения, то, что связано с РОА, Конор и так далее, и ровно так же касающиеся роли НКВД и заградотрядов и так далее. Вот с этим-то как быть вообще? Как сформулировать нормальное, ясное отношение? Что есть предательство, а что есть, собственно, безнадежное бегство от коммунистической идеологии? Как с этим быть? Вот. Чтобы вы бы читателям и своим зрителям бы по этому поводу прокомментировали. Возвратимся не в 41-й, а в 91-й год. Вот смотрите, пока Советский Союз существует, весь народ за Советский Союз. Только что-то там сверху что-то переключилось, и все, и советский народ исчез. Ну, да. Никто не пошел его защищать. Это вот такой, я не знаю, какая-то у тоталитарных режимов есть товарищ Чаушеску. И я не помню точно, или 67 раз за одно выступление, цифра какая-то вот в этом роде, боюсь соврать, вот ну, где-то... Я смотрел это выступление. Он скажет что-то, а вот мы великие. Весь зал встает и стоя аплодирует. Ага. А вот мы еще и дальше будем такими, как вот весь зал встает и аплодирует. И через 5 дней все это развалилось и разрушилось. Именно так это у тоталитарных режимов у них свойство алмаза. Алмаз это... Предельно крепкий минерал, он минерал. Минерал, да, предельно крепкий. Но вот если зацепить вот как-то не так, то он рассыпается. Mm-hmm. Вот именно так Красная Армия, она или
предельно мощная или она предельно слабая. Причем вот это переключение оттуда сюда, оно происходит мгновенно. Я приводил в своих книгах множество примеров. Допустим, Зимняя война, 1939 год, Красная армия Финляндии. И валенок нет, полушубков нет, шапок нет, лыж нет, лыжной подготовки нет, смазка, оружие густеет, оружие не работает и так далее. Прошло вот два года, и декабрь 41-го года, и это другая армия. Армия на лыжах, армия в маскировочных халатах, в полушубках. И это происходит мгновенно. Так вот, если армия была настроена на наступление, и вдруг что-то пошло не так, а у нас нет планов. Обороны. Нет планов обороны. У нас оборона уничтожена. Это линия Сталина разоружена. Засыпаны эти доты. Вместо этого воздушно-десантные корпуса предельно дорогие. Миллион парашютистов наготовили, которые в оборонительной войне не нужны. Так вот, это мой ответ, что тоталитарная власть, она может быть или предельно мощной, или предельно слабой. И вот сейчас мы подходим к тому историческому моменту, когда 91-й год, 41-й, 91-й год могут повториться. Так. Ну что же, мы почти там 52 минуты находились в эфире. Спасибо огромное, уважаемый Виктор Богданович, за этот эфир. Во-первых, это глубочайшая вам благодарность. Мы так долго хотели с вами об этом поговорить. И, конечно, мы от имени всех зрителей благодарим. Вопросов море, но мы все задать просто не в состоянии. Я уж пытался их агрегировать. Но мы, конечно, планируем еще раз с вами встретиться и поговорить. И на другие смежные тому темы тоже, потому что многие задают вопросы и по другим тематикам. Но хочу зрителям сказать, что мы договорились, что мы вот первый этот драгоценный раз все-таки поговорим на строго определенную эту тему. Давайте мы оставим что-нибудь еще на потом. Нельзя все обсудить за один раз. Это я уже к своим, значит, обращаюсь зрителям, постоянным подписчикам. Поэтому спасибо еще раз. Надеюсь, что мы в самое какое-то там обозримое время еще раз вернемся к этому вопросу. Ну и в остальном я прошу зрителей ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, в которых вы состоите, обязательно. И по возможности, чтобы увеличить число просмотров этого эфира максимально большим числом зрителей. Ну что, спасибо большое, Виктор. Спасибо нашим слушателям, спасибо ведущему. Сейчас спасибо. Мы не обнимаемся. Но я в Москве, вы за границей, как-нибудь обнимемся. Все, до свидания. До свидания. До свидания.